Добрый день. Вашему вниманию предлагается краткий обзор бензинового скутера ТМБК «Танк». Прежде всего, хочу сказать, двигатель четырехтактный. Несмотря на заявленную кубатуру в 50 кубических сантиметров и мощностью 2,5 лошадиных силы, в данном скутере поменена поршневая и установлена поршневая группа объемом 150 кубических сантиметров. Мощность не указана, тем не менее, это соответствует мощности в 10 лошадиных сил, что вполне соответствует его задачам. Двухместный полноценный скутер. Что можно еще о нем добавить? Первое. Он имеет жесткую и удобную обрешетку в передней части. Яркие светодиодные фары позволяют двигаться в темное время суток. Особенной гордостью является именно вся диодная часть светотехники. Передние колеса вызывают зависть у других владельцев скутеров. Большой диаметр на 12 позволяет спокойно преодолевать любые препятствия, не заботясь о том, что шаркнется днищем. Впереди установлен удобный и функциональный багажник, который советуется использовать именно по назначению, но не для перевозки тяжелых грузов. Как я говорил, скутер двухместный. Для этого есть задние подножки для второго пассажира. Скутер оборудован электростартером, тем не менее в нем есть и кик-стартер для резервного запуска двигателя. Также помимо боковой подножки скутер оборудован центральной подножкой, что очень удобно, учитывая, что у него вариатор, а не переключение механической скоростей. Два задних амортизатора спокойно компенсирует неровности на дороге при движении двух человек. Скутер оборудован также всей световой техникой, а именно поворотники, головной свет и стоп-сигнал. То есть при движении по дорогам общего пользования, учитывая, что в договоре будет прописано 50 кубических сантиметров, вам достаточно наличия любых прав, которыми можно передвигаться по дорогам общего пользования. Особой гордостью является приборная панель, очень функциональная и удобна, а также наличие Bluetooth-колонки. То есть, законнектив вместе со своим на свой телефон, вы можете во время движения комфортно чувствовать себя, слушая музыку. Также данный скутер имеет сигнализацию. Так же, как и два ключа, два брелка сигнализации. На данный скутер можно установить кофр для перевозки шлема, либо иных незначительных грузов. Если вас заинтересовала данная модель в оранжевом, либо зеленом цвете, пожалуйста, обращайтесь в Атутина 61 за покупками.